А в Северодвинске жители определили 3 общественные территории для рейтингового голосования, по результатам которого одну из них благоустроят в 2024 году по программе «Комфортная городская среда». Отбирали эти территории голосованием в сети интернет. Предлагалось 5 объектов. 3, набравшие наибольшее количество голосов, перешли в финальное рейтинговое голосование. Наиболее желанным для северодвинцев стало место возле детского сада «Веселые нотки» и пустырь за торговым центром «Квартал». Проект благоустройства части этой территории уже разработан. Детская зона, это парковки для автомобилей, для того, чтобы разгрузить зеленые зоны, которые на газонах люди сейчас ставят. И, соответственно, очень большая потребность была в контейнерной площадке для крупногабаритных отходов и для раздельного сбора. Соответственно, вот та проектная документация, которая была разработана ранее, она просто сейчас должна быть актуализирована. Приблизительная стоимость работ составит 30 миллионов рублей. Также в рейтинговое голосование прошли участки улицы Ломоносова от Труда до Морского и от Морского проспекта до Бульвара Строителей. Там планируется ремонт тротуаров, озеленение и установка малых форм. Голосование запустят на специальном сайте с дизайн-проектами. Начнется оно с середины апреля и завершится в конце мая.